Привет, мои хорошие! С вами я, как всегда, Иреника, и сегодня я в гостях у Алены. Юная девушка, которая шарит, хотя по внешним данным так и не скажешь. Вместе с ней мы сегодня тестируем VR-шлем с контроллерами. Сегодня мы с Аленой решили устроить баттл и побоксировать. Игр для такой все еще необычной в наше время консоли появилось достаточно, но наш взгляд упал на бокс. Видимо, давно мы не выплескивали всю негативную энергию на кого-то, так хотя бы в игре пропишем не один апперкот друг другу. Ты будешь сисяо, я буду жопяо. Все как в профессиональном боксе. 12 раундов по 3 минуты. Честно, я такого не ожидала. Наши виртуальные боксеры стояли до последнего, поэтому мы отыграли все раунды и устали по-настоящему. Алена, ты называешь это бокс? Да подожди ты! Это что, бокс? Работало все тело, за исключением ног, поскольку перемещаться в пространстве непросто и порой опасно. Передвигались по рингу мы тоже с помощью рук. После футболки можно было выжимать, а нам требовался длительный отдых. В общем, VR – отличная альтернатива традиционному фитнесу. И у меня ножки, спички. Кайф вообще! Ирен, можно я здесь останусь? Мне тут больше нравится.